Что такое равносторонний треугольник? Вы знаете. Равносторонний треугольник – это в котором все стороны равны. То есть не две стороны, равномерно были две стороны равны, а в равностороннем все три равны. А В равно BC равно AC. Спрашивается, какие в нем углы? Чему равны углы равностороннего треугольника? 60 градусов. Почему? Да. Надо понять, почему углы равны. Но мы знаем, что если, скажем, вот эти две стороны равны на бедном треугольнике, то эти два угла равны. А поскольку эти две стороны равны, то эти два угла равны. То есть в нем все углы равны. Ну а следовательно, они равны 180 делить на 3, получается 60 градусов. Ну, сторонний треугольник. Чего? Равносторонний треугольник. Равносторонний треугольник называется. Хорошо. Тогда такой вопрос. Как построить угол 60 градусов? Циркулем или линейкой? Что нужно делать? Ну давайте мы так. Как построить угол 60 градусов циркулем или линейкой? Что нужно делать? Угол 90 градусов. Ну а мы вчера это строили, напомните, как это делать. Проведем прямую. Проведем прямую. Да. Проведем прямую. Строим 90 градусов. Как мы строим 90 градусов? Ну сейчас давайте сюда нас слушаем. Проводим окружность. Получаем две точки. Если уж мы нарисовали, что она проходит через эту точку, значит, вот такой радиус. Да. Ну, хорошо. Это у вас окружность не кругленькая. Ну, ладно. А еще что мы делаем? Еще одно. Вот с таким радиусом. Да. О, ну это еще кривее. Ну, ну, так или иначе, это особое искусство. Мы должны верить, что это окружность. Ну давайте. И дальше вот это мы верим, что это прямая. Вы нарисуйте, ладно, сейчас вы все запутаете, уж мы поверим, что это прямая, ладно. Пусть вот это было так криво, хвост. Но мы мысленно верим в вашу чистоту ваших намерений и думаем, что это прямая. Ну и где у нас угол 90 градусов? Угол 90 градусов. Но мы хотим построить угол 60 градусов. Что нам, зачем, что нам дальше делать? И точку, где пересекает сторону прямого угла. Ну хорошо. Нашли там точку. Получше. Ну получше. Вот здесь. И что? И где у нас 60 градусов? Здесь и далее. Делим пополам. На три части. Отрезок делим на три части? Да. И что нам это даст? Во-первых, еще надо изучать, как это делить. Ну, допустим, мы даже разделили. И что мы дали, что это нам даст? А далее проводим вот так, чтобы тут осталось два таких отрезка. И что, вы думаете, что если эти три части равны, то вот эти три угла будут равны? Это сомнительно. Представьте себе, что мы разделили вот отрезок какой-то, вот я не знаю, отрезок вот такой вот. Разделили на три части. Просто так на глаз примерно. Получится вот такой угол, такой угол, такой угол. Что же, вот эти три угла равны по-вашему? Углы опирающиеся.
встречи на равный отрезок должен быть разным. Этот отрезок отсекает как бы равные части, тут и тут равные части. Ну, да, но что, вы уверены, что прямо отсюда будут? По-моему, это неправильно. Это все время, во-первых, не доказано, но кроме того, это подозревает, что неправильно. Вы как-то чрезмерно все усложняете. На этой картинке уже есть угол 60 градусов. Так, видите, вы уже угол 60 градусов на картинке. Тем же радиусом, возьмем окружность, да. Провели каким-то центром радиуса, да. Возьмем точку, возьмем тот же самый радиус и проведем окружность. Заметим то, что вот эта прямая равна радиусу. Заметим то, что вот это радиус. Значит, это один и тот же радиус и той окружности, и этой окружности. Теперь это равно вот этому, потому что это два радиуса вот этого. А это равно вот этому, потому что это два радиуса этой окружности. Поэтому это односторонний треугольник, в котором каждый угол равен 60 градусов. Да. То есть мы построили односторонний треугольник очень простым способом. А на этой картиночке, где он виден, вот он на самом деле уже и был. Вот этот угол 60 градусов. Понятно, понятно, что нужно, где его нужно. Вот так точно.